Изнутри ты, изнутри ты уже не приваришь, они же изнутри будут, да, они что хочу. С улыбкой на лице ходим. Да, с улыбкой на лице разбираем забор. Большой медведь. Это большой медведь бьету. А? Большой медведь, его бьету. Маленькая? Ну, маленькая, так... да. Не, так это же... Дикая. Она девчонка. В половину его. Отсюда же клетки. Блин, такие. Он двух леток перерос. Он скоро носа это самое, догонит. Так он на заднюю лапу. Куда идем? Зубами крышу достает. Точно бабушка с гризли согрешила. Да, бабушка с гризли. Да, скажи. Скажи, я алтайский парень. Я круп. Больше потас будет. Да, он вырастет больше. Он больше носохвостов будет. Носохвост еще Потапа перерастут. Сегодня вот он, хвост, по крайней мере. Сегодня вот он ходил здесь на задних лапах и зубами за решетку за крышу достает. Тогда. О, вот, вот. Ой, так говорит. Что там мне там посмотреть надо? Что там на него цепляют? Что привезете? Да. Куда поехали? Поехали с нами. Да. Отожмем что-нибудь побольше. Любопытное. Руась. Сколько денег говорите на за мясо? А давай бесплатно сейчас заберем. Нет, так и так бесплатно. Не, ну и с этим. Давай, такая сложная. Будет больше. Руська. Роська, стой, иди сюда. Вставай. Вставай. Дверь я хочу здесь поставить. Ну где хочешь, там вот такая разница. Главное, чтобы они двери были одна тут, одна здесь. Ну, в смысле, в разные отделы. Вот там еще две. Ну и здесь. Я не хочу здесь, а здесь. Ну сделай здесь. Хорошо. Хорошо. Сюда иди. Да не хочет. Чемпик. Любопытно, я не могу. Все, все это. Все с проверкой. Нос острый. Вчера Сима вела себя хорошо. Да? Даже не играл. Вышла, погуляла. Чего, говорит? Медведю. Волгоградка вчера. Сегодня с утра залезла в эту клетку. Поехали. Я отсюда не пойду никуда. Я же хочу жить. Готовлюсь к переезду. Куда? Вперед и вперед. Пусть растет. Вверх, вширь, кругом. Да, пусть растет. Не, ну пусть-то, конечно, будет гризли. Он вообще огромный. Да, ты будешь гризли? Покажи, какой ты большой. Вот такой, давай. Вот такой, вот такой. Давай, а еще выше, давай. Какие, молодец. Ай, какой молодец. Вон, говорит, я тоже. Да, вот такой большой, да? Ай, ты умничка. Карабай, карабай. Сейчас будут толкать. Алик, они сейчас свалят. Свалят. Да пусть валят, господи. Да лишь бы не на зло. Тебе помогает? Морально. Физически тоже. Физически они так. О, первый. И главное... Они вдвоем там таскают, да, эти чемику? Чемику, да. Он сейчас когти под ним и хрест. Она такой потянулся, потянулся уже. Сейчас я, говорит, это все поправлю. Его высеву, да в нужное русло. Но он уже сетку варили, когда мелкий. Никак. Мы не знаем. Это привезли. Для кого чего?